Эй, давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 100 доната. И это у нас... Воу-воу-воу, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты забираешь свой приз. Давайте переведем ему 100 доната. Выбираем сервер, пополнить счет. Замечательно, вуаля, поздравляю я тебя. Участвуй в конкурсе еще. Но если ты проиграл, не расстраивайся. Именно для тебя в этот раз я запускаю новый конкурс на 100 доната на любом сервере. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать ваш ник, сервер, на котором вы играете, и слово «я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже скоро. И кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Участвуй и побеждай. Виталий Старк не обманет. Эй, стопы. Эй, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Russia. Давайте наберем вновь 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Я вижу, вам понравился видос, когда я слежу за лидерами и их заместителями. Так вот, сейчас я обалдел, как много лидеров и замов на сервере. Так давайте же попробуем найти у них нарушения. Ваша активность меня просто шокирует. Поэтому сегодня новенький видосик по нашей любимой игрушечке Black Russia. Приятного просмотра. А кто кушает, приятного аппетита. Так, видите, Виталий Старк лох. 393-й. Гетхера 393-й. Повторить, пожалуйста, что вы сказали. Самурай, повторить, пожалуйста. Сейчас они... Да ладно, все дела. Они обнаглели. Когда они почувствовали то, что их якобы за это не забанят, они начинают выпендриваться. Этот типочек просто начинает молчать. Сейчас я ему в лобешник разок дам. Уважаемый игрок, что вы сказали? Повторите, пожалуйста, мне лично. Сейчас, как ваше... Давайте поиграем в игру. Как вы думаете, ответит что-то или не ответит? Ответит или не ответит? Бак игроков, не слышу. Повторите, что вы написали в чат? В VIP. Мне интересно. Повторите. А именно он... Это же он написал, да? Да, именно он. Наверное, мне показалось, что это он написал. Но он такого не делал. Сейчас скажет, нет, прости, пожалуйста. Три буквы английские, за это мут транслит. А вы меня оскорбили? Или мне показалось? Да, нормальный бы честный парень, который ничего не боялся бы, сказал, да, там, я тебя назвал лохом, все дела, но у тебя очко жим-жим, и просто бесит игроки, которые ради вас засоряют чат и спамят. Вы не хотите извиниться за оскорбление, а? Я в шоке, просто перчик слился, просто ноль. Вот теперь я понял, кого там игроков это называют ноль. Я вообще в шоке. Ну, это недоразвитый человечек, который может на вип-чат писать: «А я лев, король», а на деле: «Извините, можете даже мут дать на 2 часа за неуважение». Вот слился. Давайте спавн. 393, причина — восклицательный знак. Мута 393, 180, ОСК администрации. До свидания. Ой, блин, я не могу. 180 минут, я думаю, ему хватит. 3 часика посидит без чата. Ах да, я забыл, у нас же лидеры. Посмотрим Лыткалинское ОПГ, 34-й ID. Кстати, многие мне говорят, почаще смотрите за... ОПГ. Что это за прикол? Это девяточка ОПГ? А чё ты не работаешь? Работай, переодевайся. Хватит на толчки бегать. Так, хорошо. Ну, здесь ничего интересного я особо не вижу. ФСИН, девяточка. 40-й ID, давайте чекнем его. О, здесь какая-то суета. Он, я так понимаю, приехал ГИБДД, ребятушки, вы понимаете, на своем лупатом
Здесь ДПСники, а чё его за сплошную не тормозят? Если погоны у него есть, значит ему все можно. Не-не-не, дружище, я со мной так не прокатит. Чё, вы не говорите, что я грязный, что ли? Шучу. Опа, нарушитель, вы представляете, яростный нарушитель, девятка в син, вот. Вот так, а потом скажет, я на вызов ехал, у меня там заключенные сбушевались, ё-моё, я поехал спасать, такой немножечко не в ту сторону едет. Ну ладно, окей, к нему мы чуть позже перейдем обязательно. Арзамасская ОПГ, девяточка, 59-1. Ну-ка, стоп, смотрите, авария, он в ДПСниках втемяшился, ребята. Вот это кадры, ну-ка, стоп, смотрите, на парковочку. Машиночку починить. О, он еще в форме. Он машиночку просто починить решил. Ну ладно. Окей, 59-й. Так, что у нас там? Скучно будет? Так, пацаны здесь какую-то движуху хотят лупить, я так понимаю. О, салам. Потом на админку. Смотрите, нифига себе. На админочку парни идут. Так, что там, что-то там говорят. Открыл кейс. Форма в руках. Я что-то не пойму. А как он? Без проверки, что ли, его принимает? Или чего? Я не пойму. Не забывай о нас. Матвей Дроздов это офигел? Конечно. Я так понимаю, это лидер, который идет после лидерки на админку. Я что-то не пойму, почему его принимают без проверки? Может, там заявки какие-то электронные есть, или просто его уже проверили, но его крашнули? Вы случайно не ошиблись? Что происходит? Я не понимаю просто. А причина? Вы в ЧС ОПГ. А как он хотел принять его без проверки? Ну-ка, я сейчас это уточню. Это же девяточка. Михаил, я так понимаю, да, тоже? Или нет? Ну-ка. Админс. Лиадерс. Так, Лиадерс. Ну-ка, да, это... А, это вообще лидер? Сейчас я у маршала спрошу. Так, напомните мне, админы. А за цветной чат что дается? А то там регламент менялся, когда я на отдыхе был, поэтому за ЛД... Поэтому, на всякий случай, чтобы не нарушить, лучше самому поспрашивать. И как многим администраторам, я тоже говорю, лучше у СС скин блатнее, чем мне. Вроде ничего, ничего вроде, окей, не вопрос. Только меня может вовремя крашнуть. Йоу. А, точно. Короче, ребятушки, лидер сейчас находится в ФК, посмотрите. А, да, в ФК. А я очень хочу узнать, поэтому мы сейчас телепортируем к себе 59-го. Это его заместитель, и узнаем, а что за фигня была? Ну, типа, я не думаю, что ОПГ может принимать просто без проверки. 59-й. Дика, здравствуйте! Слушайте, хотел у вас уточнить. Простите, пожалуйста, что отнимаю ваше время, но у меня такой момент... А почему ваш лидер пытался принять человека без проверки на РП-термины? А? Или это нужно у него спрашивать? Ну а вы же рядом стояли, вы это видели? Ну вы видели это, что он начал форму передавать, а вы стояли рядом. Помните такое? И потом говорят, он в ЧС. Давайте мы у него спросим, Дика. Только не пишите в чат, потому что я сейчас слежу за вашей фракцией. И я, если я увижу, что вы меня спалите, вы, наверное, меня знаете. Поэтому все хорошо. Давайте я вас спавню. Если что, вас нечаянно телепортировали. Все, подыграйте мне, пожалуйста, а мы уточним у вашего лидера. Так, заспаван. Сделаем ему заспаван. Удачки, заспаван. Так, надеюсь, он тпхнулся туда. Так, лидерочек у него стоит в ОПК. А, он офнулся. Тебя крашнуло? Да, меня крашнуло. Он офнулся, ребята. Прикиньте, ёперный городовой.
Я так хотел, ладно, окей. Я хотел так ему лещей надавать. Ладно, давайте перейдем пока что к другому лидеру. Хенри Херра, правительство-губернатор, 82-й айдишник, давайте посмотрим. Он сейчас находится в Больке, ё-моё, в какой Больке? Он находится в своем правительстве, здание, ё-моё, мэрии, Генри, ё-моё. Ну, нарушений я не вижу данных людей, правда, он, кажется, находится в ВФК, сделано в ВФК без эскейпа, что ли? Дяденька, вы здесь? Дяденька, алло. Так, ПМ, 82, а вы тут? Ответ, в слэш, Н. Эй, девяточка, вы тут? А вдруг это не девяточка, а лидер? А? Давайте посмотрим на всякий случай, а то я не особо шарю. Это лидер, ребят. Губернатор. Это лидер, все. No problem. Вы тут? А вы тут? Давайте посмотрим. За 901. АФК без эскейп. Кик. 82. АФК. Блин, ему повезло. Он, ему реально повезло. Вот так всегда бывает. Чуть не кикнул его. Хорошо, повезло. Так, да, он написал, да, все, окей. А, далее, Арзамаска ОПГ, больше ни, никто не зашел там, лидер? Не зашел. Подполковник, воинская часть Алиш, уже недавно мы за ним следили. А, какой у него ID? Я немножечко проглядел, 102-й. Давайте отправимся за 102-м, посмотрим. Опа, 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 подполковник у нас, смотрите, на спортике, ё-моё, спортсмен такой бегает, фух. Нормально, спортсменчик, ё-моё, на спорте. Смотрите, две камрюхи, бам. Этого сбили. А это, смотрите, стрелять сразу. Смотрите. Ворошиловский стрелок, я вообще в шоке. 752, 750, ну-ка. Кто там такой ворошиловский стрелок? Смотрите, с этой, с винтовочкой стоит, ё-моё. По своим палят. Чё? Чё? Чё, ё-моё? Ты закрывал склад? Нет. Правильно, не закрывайте никогда склад. 681, это кто? Тоже? Это вообще лидер. Блин, я уже в ВК писал. Это лидер. Лидер и пон. Это лидер пон. Ну ладно, окей. Сейчас нынче сокращенно уже все общаются. Вон, смотрите, вояка там кого-то стреляет на заднем фоне. Я вообще не увидел. Как только зашел в игру, оба подполковника были в игре. И склад был закрыт. О, сейчас этому Алишу влетит, ребятушки. Смотрите, что там вояка делает. Всех расстреливает. Всех просто расстреливает. Пон. Лидер вообще по барабану. Там вояка всех расстреливает. Егорику по жопе. Правильно. Правильно, Егорику по жопе. Садитесь, шеф. Блин, зачем они своих расстреливают? 601, ну-ка. Что-то такое у них здесь творится. Что здесь творится? Что это здесь происходит? Ну, 600-го я точно телепортирую к себе. Это уже, ну-ка, перчик. Get her 600. Опа, 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 осторожненько, оружие уберите, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, разве у нас на сервере можно дэмить во все машины, которые останавливаются неподалеку от воинской части? Дэвис, расскажите мне, пожалуйста, чтобы я не задавал вам глупых вопросов. Ну, послушаем нашего Дэвиса. Я зачем-то прибавил звук, хотя он был на максимум, но это привычка, на всякий случай, вдруг он будет громко. Нет, я извиняюсь, не нужно передо мной извиняться, я всегда за правоту. Так что, Дэвис, мой хороший, давайте больше не нарушайте, хорошо? Так, давайте ему подпишем ДМ 600. Так точно, все. Давайте, Дэвис. Так, что там у нас, лидеры, все хорошо? Все хорошо у вас? Товарищ подполковник Алиш. Хо-хо! ВФК без эскейпа? ВФК без эскейпа, да, зашел? Так, давайте напишем. ПМ 102. Вы тут? Ответ. Слэш Н. Не ори, кто там орёт-то? Алиш, вы тут? Иди уже.
там какая-то суета. А Алиш-то у нас не отвечает. Алиш-то. Представляете, сейчас пропис команду кик. Вот, давайте я даже сейчас сделаю так. SP-361. Так, здесь капитан. А Алиша не видно. Он куда-то спрятался в уголочек. Но он мне не отвечает, ребят. Кик. 102. АФК. Ну, эскейп. Оп! Ну, правильно, все правильно. Зашел в ФК, спрятался в уголочек без эскейпа. Норму, норму качать не получится, не получится. Здесь Виталий Старк. Здесь добрый, милый Виталий Старк следит за нашими любимыми игроками. Так что все хорошо, не переживайте. 771 говорит, что ты классный. Спасибо, спасибо, родной, спасибо. Так, давайте дальше, а то мы не успеем за всеми проследить. Арзамасская ОПГ. Блин, лидер не зашел, жалко. ФСИН, подполковник 357, мы вроде за ним смотрели, да? О, у них какая-то движуха, у них набор идет. У них, короче, идет набор, ребят, поэтому мы сейчас отправимся просто за другим лидером, замом. СМИ-продюсер, 401, давайте чекнем 401. 401 у нас находится внутри здания СМИ, зачем-то прыгает на этот стол, пытается запрыгнуть, но у него такое личико, прям я не могу, прям я балдею, бум-бум-бум, по-другому не скажешь. Прям вообще огончик, ё-моё, мне прям нравится его рожа, прям бля, рожа с улыбочкой. Посмотрел и улыбнулся, ребят, ну это так и есть на самом деле. Ну, нарушений я у данных игроков вообще не вижу, потому что они особо и ничего не делают. Не матерись, он кому-то говорит, с кем-то там ругается, плохо матерится. Ну, понятно, он даже нарушать не будет, ребята, если он говорит плохо матерится, он даже никого не оскорбит. Видите, ладно, пока, все, я спать. Хорошо, до свидания, идите спать. Так, 681, это у нас лидер ВЧ, 681. Давайте еще раз на всякий случай за ним чекнем. Он просто на мопедке катается по городу, городку. Виталия 160, еще и капс. А, ему дали капслок, хотя он должен быть Матвей. Мут, надо было за ОСК на будущее, потому что он оскорбил администрацию. Понятное дело, что он меня имел в виду. Ну, слитый парнишка. Так, далее, кто у нас по лидерам? У нас этот ролик такой разговорный получается, что я с вами столько много разговариваю, я прям балдею, честное слово. Так, Тимух Питак, 752. Вот за этой девяточкой мы не следили еще сегодня. Тимушка у нас на кавре катается, здесь у них пацанчики и Ромка здесь, представляете? Можете проверить отчет на восстановление 75. Так, Ромочка, Ромочка, что это за суета? Смотрите, у них обалдеть, у них здесь народу, я того копал, ё-моё, я в шоке на самом деле. А, так. О. Ну, по сути дела, у них сейчас нарушений здесь нету, только вот один вояка. Дайте ВБ. Читер. Кто читер? Кто читер? Хорошо. Так. Давайте посмотрим за следующим лидером. Макс, молодец. Вы выполнили мое задание. А, это для скрина он делает. Хорошо. Чекаем лидерс. А, кто у нас здесь еще? Джулиан, главврач, 946. 946. Вы представляете? Сам главврач. Сам главврач у нас здесь находится в больнице. Вы посмотрите, насколько он модный. Даже бейджик медсестры у него есть. Обалдеть, обалдеть. В очочках такой модный, в пиджачке, в галстучке. Ё-моё, прям реально крутой парнишка. А здесь само вступление в организацию, да, стоит человек с отдела персонала и всех принимает. Джулиан, вы можете поспать, вы можете покататься на своем личном лимузине. За вас здесь все решают и за вас здесь всех примут, ё-моё. Насчет этого вы не переживайте даже.
Так, ну нарушений я опять же не вижу у данного лидера. Просто сонный парнишка здесь зашел вечерком. Так, что у нас еще? Я говорил еще к Сину, мы вернемся. 40-й ID. Ну-ка, 40-й ID. Мы должны были принять. У них же набор. Я и забыл совсем. Сейчас собес идет. У них же наборчик. Ребятушки, все, переодевайтесь. Кого-то уже приняли. Супер. А в Сине вон там тоже человечек стоит. Значит, и получается, что... И во ВСИН можно попасть без лидера, получается. Обалдеть. Так. Ну, получается, мы всех проверили. На самом деле. Ну-ка. Ну да, Дика, Даймонд. Мы тоже его проверяли. Все было окей, все было нормально. И кому сказал? Кому сказал? Гоу через ЗВД с ТНТ. Через ад с ТНТ, с бомбы, короче, они хотят нападение делать, а девяточка не хочет. А почему? Так, супер. Ну жалко, если бы сейчас лидер зашел бы, было бы мощно. Было бы реально мощно, если бы зашел бы лидер. Мы бы... его телепортировали и немножечко спросили с него, а почему хотел человечка-то принять, ё-моё, без отыгровочки-то, ё-моё, без проверочки хотя бы. Ну что, я опять в шоке на самом деле, сколько я буду следить и подлавливать наших лидеров на их нарушения. Я, честное слово, в шоке о том, что никто не нарушает. Это, конечно же, и хорошо, да, но мы хотим же скача, но... Что поделать? Как бы на самом деле для сервера это супер, если наши лидеры и заместители не нарушают РП-процесс. А кто сказал, что решает масса? Может проверить отчет? Масса, что гопа новые? Ну, я в шоке. Ладно, ребят, сегодня мы последили за замами, лидерами, а до того лидера, если он, конечно же, не встанет на админочку, а если он встанет на админочку, у нас этот ролик останется, и мы все дружненько видели, что с ним было, но если он не успеет перейти на пост администратора, мы обязательно к нему вернемся. Да и даже если он встанет на пост администратора, мы с него за это спросим, что он хотел человечка принять без РП вопросов. Может быть, дружок его, ну, не знаю. Ну что, ребят, спасибо за просмотр, обязательно ставьте как можно больше лайков, на связи был Виталий Старк, подписывайтесь и, конечно же, до новой встречи, а уже ролик-то уже скоро будет, поэтому быстрее 1000 лайков и новый ролик уже будет на канале. Все, давайте, доброго здоровья. Видео просмотрено, подписка плюс.